Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня будет обзор вот такого 4G роутера. Это как бы два в одном. Модем и роутер в двоем устройстве. Я вам его сегодня покажу комплектацию, расскажу, какие у него плюсы и минусы. Ну и вообще, для чего он и на что он способен. Так что берите чаечек, кофеечек и поехали смотреть. В больших городах уже многие привыкли к скоростному интернету на скоростях более 100 мегабит в секунду и так далее. Потому что много операторов разных, есть много выбор очень большой, есть кабельные всякие. В общем, есть чего выбрать. А что же делать отдаленным населенным пунктам, такие как села или может кому-то на дачу? Вот я и решил поискать, что можно такое придумать. Ну, есть, продаются такие модемы 4, 3G. Они уже как бы, ну, вся страна, можно сказать, покрыта 4G. Там, где нет 3G, 4G точно есть 3G. Так что можно использовать вот такой модем и использовать 4G в качестве интернета. Но с телефона раздача это уже не то, потому что много устройств не подключишь и уже, ну... Так что лучше подключить устройство. Вот есть разные такие модемы. И с антенками всякие есть, и с усилителями. Есть модемы с выходами на наружную антенну, чтобы поймать сигнал 4G в отдаленной местности. И ну, на них цена, можно сказать, большая. И для этого модема, чтобы раздать интернет, нужен хороший Wi-Fi роутер. Тоже, чтобы можно было подключить много устройств, чтобы... раскидала по всем доме, может и на улицу. Есть, конечно, модемы портативные такие, Wi-Fi, но они, ну, много устройств им не подключишь, и радиус действия в них небольшой. Поэтому я дальше продолжал искать и зашел на всеми нами любимый сайт AliExpress и увидел там такую штуку. Вот такой 4G роутер. Это роутер и модем в одном. Вот видите, он такой в коробочке поставляется, 4G KPE. Вот, здесь так все пописано. Прямо в этот роутер ставится сим-карта, имеет он две антенны, у него цветной дисплей, защита и Ethernet порт. Ну вот сзади он тоже здесь так красиво порисованный. Вот он такой рисунок, к нему можно подключить компьютер, ноутбук, планшет, телефон. До 10 устройств он может подключать. Вот видите, порисовано для путешествий, для собраний, для офиса, для дома. Ну, можно использовать везде. Сейчас я вам его открою и покажу, какая у него комплектация. Ну, в комплектации уже идет скрепка такая, это для, ну, чтобы сим-карту ставить. Так, дальше у нас идет вот такое блок питания. Ну, я уже открывал, я вам скажу по секрету, я уже этим модемом, роутером пользуюсь уже неделю. Мне он нравится, так как я нахожусь недалеко от города, за городом мой дом, поэтому вот я искал, какой бы интернет подключить. Стоит этот роутер, ну, где-то, если гривнами, 900 гривен, ну, $33. Вот другие устройства у нас, один модем только стоит 1000-1200, более-менее нормальные. А тут уже два устройства в одном, не надо ни роутера, ничего, все в одном. Так, смотрим питание. Питание у него 12 вольт, 1 ампер. Ну, такое обычное. Так, переворачиваем. В комплекте у нас идет вот такой Ethernet кабель LAN для подключения, можно напрямую подключить компьютер или ноутбук к этому роутеру. Идет такая мануалочка здесь на английском языке, русского языка нет, но кто захочет разобраться, все здесь поймет. Здесь как его подключать, куда что, все настройки, все, что порисовано, видите, все как настраивается, вот какой что дисплей показывает. Так, здесь
Как его подключать? Это в браузере или в телефоне, если вводить, там нужно вот пароль админ-админ вводить. И вот эти все настройки. Ну, я так знаю, этот роутер, просто в него ставить сим-карту, и он уже сразу и начинает работать, поэтому не надо ничего. Вот такой настроек. Я его как бы вытащил, вставил сим-карту, и он сразу начал работать. Поэтому вот такой дисплей, я его сейчас позже включу, посмотрите. Ну, две антенки. Одна антенка, я так понял, на прием сигнала. Антенны с усилителем 3 дБ. И одна на раздачу Wi-Fi. Поэтому даже если телефон ловит плохой сигнал 4G с помощью антенн, у меня, например, телефон на одну антенку, а вот этот роутер полностью ловит, сигнал раздает отлично. Сзади вот здесь мы видим всякие вот пароли к Wi-Fi. Ну, пароль здесь стандартный идет. Желательно, когда будете настраивать, поменять название. Там как называется, сейчас я скажу, 4G CPE, нужно поменять там на свое какое-то. И пароль желательно поменять, потому что, ну, увидит сосед этот видео, ведет пароль, увидит такое знакомое устройство, ведет пароль и подключится к вашему Wi-Fi. Поэтому желательно поменять все название. Здесь вот сюда ставится питание. Вот LAN-порт и USB выход. Сюда можно подключить, если есть этот роутер, можно использовать в автомобиле, подключить к подкуривателю 12-вольтовые. Сюда вставить, и в автомобиле будет Wi-Fi. Можете подключать свои ноутбуки, планшеты, телефоны и пользоваться быстрым 4G интернетом. Еще можно сюда подключать, если есть Powerbank. Такой мощный на 12 вольт тоже можно подключить и тоже где-то на природе, на пикничке его тоже использовать в качестве роутера. Вот этот Wi-Fi. Вот кнопка включения, выключения. Ну что я вам скажу. Очень хороший роутер, он мне понравился. Скорость держит стабильно. У меня дома где-то, ну, максимум 7 устройств подключалось, то раздает он нормально, и Mi Box работает, и телефоны, и ноутбук, все работает. Но одна есть проблемка, он не покрывает полностью весь дом. Если у вас дача или в селе где-то маленький домик, он дом где-то в центре так поставить или возле окошка, то он может покрыть. Ну, у кого дом большой, у меня тоже дом, ну, немножко больше, чем другие сельские домики. Поэтому не покрывается вся территория дома. И для этого я сейчас вам покажу, что я использую. Ну, чтобы покрыть всю территорию дома, я буду использовать вот этот роутер, который я уберу. У меня местный оператор, он выдает очень маленькую скорость, как бы исходящая 10 мегабит, входящая 2 мегабита. Но это смешная скорость, а тарифы, конечно, бешеные. Поэтому я буду использовать тариф одного из мобильных операторов. Там скорость намного больше, 4G. Ну, у меня где-то до 30 мегабит сегодня выдавало исходящая, и входящая где-то 25. Ну, например, на таком уровне будет скорость. Вот. Так вот, я вот эти роутеры соединю. И вот этот будет покрывать половину дома. И вот этот роутер будет половину дома. Соединять можно роутеры с помощью кабеля. Отсюда выход и вот сюда вот этот синенький вход, и в настройках ноутбука все настраивается. Если будет интересно, я вам покажу, как это делается. Также можно подключить, подружить их друг друга между собой и без кабеля через Wi-Fi. Тоже оно все можно, и кабель не надо тянуть, тоже плюс от этого всего тоже. Ну, посмотрю, я, наверное, через Wi-Fi все это подключу, чтобы весь дом подкрыть интернетом. Ну что, сейчас подключим наш роутер, покажу, как он светится. Так, вот сюда здесь нарисовано, как вставляется карта. Беру я карту одного из наших операторов и вставляем сюда. Карта микросим. Угу. Так она тяжело вставляется. Вот для этого и нужна вот эта скрипочка, чтобы его поддавить. Все, карту вставили. И теперь нужно подключить к сети. Ну, сейчас посмотрите, как оно все включается. Подключаем в сеть. И включается наш
роутер. Вот видите, такая у него заставочка цветная. Вот он так пишет. 4G. Ну, меня я сразу подключил. Он моментально подключился и сразу пошел интернет раздавать. Сразу подключил телефон, ноутбук, и поэтому сразу заказывайте, берете, ставите карточку и пользуйтесь. Вот, посмотрите, видите, 4G в этой комнате, у меня на одну вышку всегда работала. Здесь вот пишет 4G, хороший сигнал. Вот если подключен ноутбук, компьютер, здесь написано, что подключено по LAN-кабелю. Это здесь вторая, здесь показывает, сколько устройств подключено к Wi-Fi, сообщения и вот передача. Вот такой цветной дисплей. Но он со временем потом тухнет. И вот так все работает. Вот такое устройство. Ну, какие плюсы у этого устройства? Плюсы у этого устройства, что он два в одном. Не надо покупать отдельно роутер. Плюс усиление сигнала 4G. Раздача на 10 устройств. Для села, для дачи, я думаю, это вполне достаточно. Какой еще у него плюс? Очень маленькая цена. Вот. Еще плюс, что он портативный. Можно подключать к автомобилю, можно еще подключать к повербанку и тоже использовать его, пользоваться этим устройством. Плюсы, что есть LAN-выход, можно напрямую подключить, чтобы был стабильный сигнал к вашему компьютеру, ноутбуку. Ну, конечно, я считаю, что маловато вот этих, можно было бы еще, но хотя, не знаю, плюс это или минус. Так, что из минусов? Минус, я считаю, что, ну, для кого минус, для кого нет, он работает только на частоте 2,4 ГГц. На частоте 5 ГГц он не работает. Это для многих минус, потому что он с некоторыми устройствами может не подружиться, которые работают на частоте 5 ГГц. Но в основном все устройства поддерживают частоту 2,4, поэтому это такой небольшой минус. Ну, что еще с минусов? Покрывает, покрытие хорошо, он Wi-Fi раздает. Как он будет дальше работать? Я неделю им пользуюсь. Очень хорошо. Скорость зависит от вашего оператора. Скорость не подсаживается. Поэтому это устройство могу рекомендовать. Заказывал его на сайте AliExpress. Так что можете перейти по ссылочке и заказать это устройство. Оно стоит где-то 900 гривен, $33. Ну а если еще использовать кэшбэк сервис Letyshops, ну еще можно сэкономить там 5%, иногда бывает даже 30%, можно за 800, за 700 гривен урвать. Ну, платите 900, а потом назад возвращаются эти деньги, потом не надо переплачивать. Советую вам и в Letyshops зайти, там зарегистрируйтесь и через Letyshops заказывайте товары, еще дешевле вам обойдется. Потом денежку выведете, еще какой-то бонус, подарочек себя чем-то побалуете из сайта AliExpress. Поэтому очень хороший сервис, давно им пользуюсь и вам рекомендую. Тем более сейчас у них там акция, до конца марта кто зарегистрируется, может получить 50 бонусных гривен себе на счет. Так что пользуйтесь. Так что заходите в инфобокс, читайте там ссылочку на этот товар, ссылочку на Letyshops, ну, там тоже можно интересно почитаете. Вот такой мой обзорчик. Ну, довольно хорошее устройство, могу рекомендовать. Это находка для загородных домов, для дач, для сел. Хорошая штука, не надо много денег выкидывать. Говорю, за 900 гривен купили пакет, и у вас уже интернет есть. Просто нужно пакет подобрать, чтобы там безлимитный интернет был, а так пользуйтесь. Так что вот такое видео. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Будет очень, очень интересно. И всем пока-пока, до новых встреч.